А вот зачем мы сегодня приехали сюда, в торговый ряд автомобилистов? Я вам расскажу, но это будет в конце. Но свет сафари, что он сегодня нам предлагает? А предлагает он кое-что очень-очень интересное. Что касается света сафари, то, собственно, как всегда, самые дешевые светильники. Как всегда, кстати, для всех торговых точек города. Хотите в 10 раз дешевле с тем же качеством? Сюда. Это я про дорогие центры. Хотите в 5 раз дешевле? Тоже сюда. Это я про тех, кто хочет раскрутить жителей города на деньги. А хотите просто понять, как со светом работает музыка? Тоже сюда. Кстати, музыку вы сами можете и поменять. Тут как-то у нас глава государства сказал, что нам абсолютно необходимо нововведение. Нововведение, что такое? Нововведение — это светодиоды. Но, к сожалению, глава государства забыл, что нам еще от люминесцентных ламп не отойти. Конечно, светодиоды — это очень хорошо, но есть и люминесцентные лампы. И если вы хотите собрать и то, и другое, а здесь есть такие возможности, то вам наверняка путь сюда. Я достаточно часто здесь появляюсь и вижу на то, что здесь очень много таких светильников. При этом светильники здесь по совершенно другой цене, вам не кажется? Да, здесь дешевые. Ну вот, к примеру, допустим, вот светильник прямо перед вами, 3500 рублей. В других местах я вижу, что он других денег стоит, по-моему, там 13 тысяч рублей. Возможно, подороже там стоит, но здесь дешевая цена. А вообще вам здесь нравится? Ну, я вообще первый раз зашел. И цены уже очень нравятся. Да. И вот это все-таки случилось. Мы решили показать вам, как в свете сафари нам демонстрируется наша последняя комната. Я заказал не такой дорогой потолочек, хотя он нормальный потолочек. Вот его смонтировали. А потом начали вот такую люстру нам собирать. Да, Леха, да. То есть люстру нам не собрали, сказали, знаете, забирайте и дальше сами собирайте. Вот мы ее собирали в течение, ну, наверное, там 3-4 часов. Для того, чтобы потом наш молодой человек, глядя на телевизор, смог включить кнопочку и посмотреть, как она вращается. Сколько такая люстра бешено дорогая, естественно, вообще обалденно дорогая стоит. Естественно, в другом месте она бы стоила 150 тысяч рублей. Просто знаете места. А здесь она обошлась нам в 12 тысяч рублей. Шоколад. И что же делаем мы сегодня? К сожалению, мы сокращаем потребление дорогого электричества. И это надо делать в разы. Хотя непонятно. С нашими энергозапасами мы улить страну свою должны бесплатным электричеством. Я просто по командировкам мотаюсь, и там, где дорого, непонятно как, заливается вся поверхность. А у нас, видать, начальство из 70-х-80-х думает о глобальной экономике. Ну да ладно, это как-то так получается. Итак, самые дешевые в городе светодиоды. Хочу сказать, насколько. То есть все очень просто. Ртутная лампа 290, а вот эта самая точка, ну, примерно там 150 рублей. Так вот здесь все столько же, 500 рублей. И это как раз то, что вынуждает вас экономить. Это все целиком из светодиода. Кстати, для тех, кто хочет заказать все в цвета Адама и Евы. Там 3 цвета, а здесь 16 оттенков. Остается только подумать о том, что рано или поздно мы на потолке будем смотреть ТВ. Думаю, дело в 5 годах то. И вот так вот получается, что здесь в свете сафари кирдык наступил всем тем, кто раньше в точке ставил лампы накаливания, а потом уже и света, как, лампы, которые, короче, я их тоже поставил, знаете, у меня 290 рублей, они сгорают потом через, ну, там, 2-3 месяца. И о чем речь-то? О том, что новый покупать не хочется. А пожалуйста, R80, R60 и все это в светодиоде. И все это по цене от 350 рублей до 250 рублей. То есть вот она мысля-то, только где раньше была такая контора-то. И вот поэтому я ждал 3 месяца. В очередной раз, внимая цены, я понимаю, что можно было и подешевле забабахаться. Кстати, для тех, кто не делает евро моими темпами. Вы просто поймите, куда надо заехать. И если ваш ремонт не поспевает за молодым перцем,
вы в 3-5 лет потихонечку так в каждой комнате абсолютно за бесплатно, ну или за копейки, по отношению к дорогим светильникам, забабахаете себе офигенительную разницу в цвете. Тут даже думать-то и не надо. Да потому что цвет может быть из низа, заливая всю комнату. Настенные бра и подсветки дадут разницу в цвете картин и зеркал, и, естественно, то, что сверху. Ну и для тех, кто хочет диско. В любом месте и уже сегодня. Просто меняем цоколь и поехали. Круто, четко и современно. И это все здесь. Павильон номер 89 и павильон номер 90. Здесь работает свет сафари. Да, конечно, тяжело говорить, но так оно и есть. Если вы приедете сюда, то вы поймете, что реально вам поставить любой свет в дом — это вообще копейки стоит. Посмотрите, сколько здесь вот такие вещи, которые в других местах денег абсолютно других стоят. Но LED светодиоды. И сегодня это супер. Вы приезжаете сюда, покупаете, и все. И больше не тратите. И за электричество в том числе.